Здорово! Сегодня у нас в выпуске героический экшен, гонки с футболом, тактическая РПГ-стратегия, охота на бизонов и эпическая стратегия. Приступим! Первый мститель, другая война – это захватывающий тактический экшен про похождение легендарного Капитана Америки. Вам предстоит набрать отряд отважных солдат, возглавив новый спецотряд «Щит». В игре придется полагаться не только на количество бойцов, но и на их особые умения, характер и вашу смекалку. Играйте сами или объединяйтесь с друзьями в кланы для онлайн-сражений. Вам предстоит встретиться с самыми легендарными комикс-врагами Капитана Америки и доказать всем, что даже самый ущербный герой может стать символом Америки. Soccer Rally 2 – это, как ни странно, футбол на автомобилях. Все работает так же просто, как и выглядит. Овальный стадион, двое ворот, два автомобиля и один мяч, который должен оказаться в воротах соперника любым путем. Вы можете прокачивать свой автомобиль и сражаться с друзьями по мультиплееру. Правда, только вдвоем и на одном устройстве. В игре прекрасная графика и увлекательный геймплей, что сделает ее топовым таймкиллером на твоем девайсе. XCOM Enemy Unknown стала доступна и пользователям Android. Великолепная пошаговая тактическая RPG-стратегия, в которой предстоит противостоять вторжению на Землю пришельцев. Вам выпадает роль главнокомандующего секретной организации XCOM, которая и ответственна за отторжение инопланетных угроз. Разработчикам удалось практически без изменений перенести ПК-версию на девайсы, вдобавок доработав управление для сенсорных устройств, чтобы ты мог спасать мир, даже сидя на унитазе. Evolution Indie Hunter – игра, которая сделает из тебя настоящего индейца или индейку. Ты станешь дитям вождя Акачета, который будет обучать тебя навыкам настоящего охотника на бизонов и бобров. Ты научишься обращаться с многим оружием индейцев, включая стрелы, копья и томагавки. Тебя ждет открытый мир и интересная сюжетная кампания «Мой бледнолицый задрот». Throne Rush – это, как я уже говорил, эпическая стратегия, в которой ты можешь построить из маленького поселения все, что будет душе угодно. Можно превратить его в мощный индустриальный центр, сельскохозяйственные угодья или военный лагерь, населенный воинами и рыцарями. А можешь заселить владения монстрами, орками, магами и драконами, чтобы наслать ужас на соседнее королевство. В общем, Throne Rush – это настоящая стратегия, а не какая-нибудь там ферма с рыцарями вместо коров и свиней. А на этом у меня все. Качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Если ты настоящий альфа-самец, будь альфа-самцом, бля. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи.